день. Любопытные крюсоводы. Давайте вместе вот привезли. Вчера или позавчера укатки. Вот та машина, на которую у меня просили инвертор. Где-то она стояла у них, блядь. Говорит, ни один мастер не может. Ну это громко сказано. Вот. Посмотрим, он вроде моргнула. И моим реле отбрасывает. При этом ошибки. Машина не запускается. Посмотрим. Нам важна ошибка в гибридке. Гибридка — это как спрут, она все системы объединяет. То есть тормозак будет, ошибка будет. Чек гибрид систем. Двигатели. И основная ошибка гибридки. Приус. Вот. Убираем гибридный контроль. Смотрим. Ну да, ошибка. RO94 ругается на конвертер. Конвертер ругается, но может быть не хватает у него напряжения батареи. Зайдем. То есть напряжение достаточно или по, ну как она считывает. Это 0%. 0%. Он ограничивает мощность 17 киловатт. Батарейный блок 1491 7 и 1 15. То есть этого достаточно, чтобы она запустилась. Давайте попробуем подбросить инвертор, посмотрим. Ну и собственно вот этот жанр, блядь, не делай добра, не получишь зла. На эту машину у меня просили инвертор как бы подкинуть. Я им говорю, звони в Владивосток, пусть тебе подкинут. Ну и короче полез сейчас, вот, и он я снял, это мой. Мой инвертор как, приезжает машина, у него сгоревший инвертор. Я ему свой ставлю, на, говорю, купишь на разборке, привезешь мне. Он говорит, хорошо. Привез я его сейчас, ну, все тут перекинул, откинул, эти, как обычно, контрактные врезают. Ну, я начал ставить. Вон он, дыра какая. Вот этот вот случай, дай подкинуть. В итоге, блядь, я не дал, а дал бы, как оно было бы, блядь. Я и не думал, что он у меня вообще, блядь, в таком состоянии, что он неисправный. То есть, свой хороший отдал, привезли мне. Такую вот хуету. Не знаю, сейчас попробую конвертер перекинуть, если там не поврежденный. Вот это тот случай, блядь, когда делаешь людям добро. Ну, вот сейчас позвонил этому еще хозяин. Ну и, собственно, вот как бы эти следы удара здесь обломлены. Так вот она, если крышка это была. Здесь маленько раз это вывод, конвертация в бортовую сеть. Вроде бы ничего, повреждений нету, пыли, влаги нету. Сейчас попробую перекинуть крышку. Ну, в принципе, тот человек, мне, который его привозил, сказал, я тебе куплю.